компания Canon представила целую линейку новых устройств. Фотоаппараты этой компании всегда вызывают ажиотаж как у любителей, так и у профессионалов. Тем интереснее новинки бренда. Компания Canon провела свое мероприятие в стенах фотогалереи, где каждый пришедший мог попробовать новую фотолинейку. Просто берешь понравившийся фотоаппарат, вставляешь карту памяти и снимаешь, что тебе угодно. Новинок этой весны оказалось довольно много. Обновился модельный ряд Ixus, который получил сразу 4 новых модели: 145, 150, 155 и стоящий чуть поодаль флагманский Ixus 265. Яркие цвета линейки Ixus отметят представительницы прекрасного пола, которые хотят не только качественно фотографировать, но и выделиться симпатичным гаджетом в руках, подходящим к платью или подобранным под цвет глаз. Также обновились модели фотоаппаратов PowerShot. В серии SX появилось две модели: SX700HS и SX600HS. SX — это серия ультразумов. Так, 600-ю модель отличает 18-кратный оптический зум. Фотоаппарат SX700HS обладает 30-кратным оптическим увеличением. Камеру можно назвать компактной, ее толщина при таком большом зуме составляет чуть меньше 35 мм. Здесь также стоит процессор Canon последнего поколения DJIG-6 и высокочувствительный CMOS-датчик на 16 мегапикселей. Важно отметить, что практически все представленные модели оснащены Wi-Fi модулем и NFC для удобного подключения и передачи фото и видео на ваше устройство. Еще одна интересная новинка — PowerShot N100, новое поколение линейки N. В прошлом году это был идеальный маленький фотоаппаратик, который всегда можно было взять с собой. Немножко изменился размер, немножко изменился форм-фактор, немножко изменились возможности. Улучшилась коннективити, то есть мы теперь можем управлять по Wi-Fi с помощью мобильного устройства данным фотоаппаратом. Без проводов можем поставить его на штатив, управлять зумом, управлять спуском затвора, управлять вспышкой и, соответственно, задержкой спуска. Еще одно такое конструктивное изменение, то, чего точно раньше не было нигде, ни в одной камере Canon, это вот эта вот камера заднего вида. Теперь фотограф может одновременно снимать и себя, и то, что находится перед камерой, то есть фиксируются эмоции фотографа. Есть специальный переключатель, который эту функцию включает. Можно снимать фото с этим, с этой включенной функцией. Можно включать видеоролики. Но Canon — это не только фото, это еще и видеокамеры. Весной пользователи смогут найти для себя новые модели линейки Legria. Это обычные видеокамеры и камера Legria Mini X. В нашей программе мы рассказывали про Legria Mini, а Legria Mini X — новая камера для видеоблогеров с возможностью качественной записи не только видео, но и аудио. Но весной обновилась не только линейка любительских фотокамер. Есть здесь и те фотоаппараты, которые заинтересуют опытных фотолюбителей. Тех людей, для которых слова диафрагма, ISO, экспозиция и выдержка – не пустой звук. Canon EOS 1200D – новая цифровая зеркальная фотокамера, благодаря которой создание фотографий и видео в формате Full HD станет еще проще и приятнее. Эта серия предназначена для тех, кто впервые приобретает цифровую зеркальную камеру. Модель EOS 1200D сочетает в себе систему обработки изображений Canon и удобные интуитивно понятные элементы управления. Кроме того, в камере предусмотрены режимы автоматической съемки, так что даже у новичка легко получится сделать великолепные снимки. И еще один фотоаппарат, который не может не впечатлить. Новое поколение камер PowerShot G1X с добавкой Mark II, характерный именно для профессиональной линейки зеркалок. PowerShot G1X Mark II — это качество изображения и управление съемкой на уровне цифровой зеркальной камеры в сочетании с компактностью и функциями популярной серии PowerShot G. Эта камера станет великолепным добавлением к набору профессионального оборудования. Она разработана с учетом отзывов профессиональных фотографов, послов компании. Камера предлагает новые возможности для полного контроля над съемкой и превосходных результатов. Canon PowerShot G1X Mark II — компактная и очень удобная камера с богатыми возможностями.